Приключения вас ждут, это лайк, Настя. Приключения вас ждут, вас ждут, вас ждут. Приключения вас ждут, приключения вас ждут, приключения вас ждут, вас ждут тебя. Наш название Настя, это с тобой Владик, это с тобой Стэси. Вместе с нами это папа. Приключения вас ждут, приключения вас ждут, приключения с нами. Лайк, Настя, хи! Охотники со пчелами. Ой, я, пожалуй, уже на лесу. Да, я тоже, Владик. Я иду на уже на улицу. Это так весело. Но придумаем что-нибудь поесть. Думаю, что вы ее гулять и вынести вам ладать. Волосы, сейчас что я придумал. Ну, это за что-то случилось, что... Кричит, есть что-то. Кажется, если у меня уже... А, это же пчелка! Господи, что же мне делать? Ай... Кажется, не знаю. А, помогите! Это же пчела, забудь! Ай, я не кусаться! А вот что-нибудь есть, помоги. А? Папа рассказал. Ну, давай, помоги с тобой. Владик, не Настя, что случилось? Меня живо кусается пчела. Конечно. Помоги. Ай! Кто-нибудь. А нет, что-нибудь тихо, смотрите, что это? А, это же шишка болит. Боже, мои усики болит. Точно, я шишка не придумал. Да, конечно, Владик, что с тобой? Не видишь, что ли, меня это с собой я в платье случилось? Оставь меня уже с собой или нет? Мы охотники со пчелами. Да. Мы охотники со пчелами. Да, конечно, Владик. И я тоже. Эй, вы пчелка! Зачем вы так касаетесь моего лица? Вот и все. Я умножаю вам спрыгать. Раз, два, три. Ура! Начинается, получилось! Спасибо большое, ты настоящий супер наш платье. Да, я тоже. Могу с этого убрать, отсюда не хочу. Спасибо большое. На здоровье. И вас, пожалуйста, ничего не трогайте, покусать. Окей, давайте уже домой. Спасибо, Лесси и папа. Я тоже.